него. Я как начальник управления, как официальное лицо, что там прерывы препарата снимаются. Ну, так я же не побоялся, я же не прячу. Мы как бы абсолютно... Поэтому... То есть вы говорите, что контроль, вы полностью контролируете ситуацию. Да, я полностью контролирую ситуацию. Людям, что да. Никаких изменений, у нас никаких перерывов изменений и перерывов не будет. Замена лекарственных препаратов. Все, что касается процедур по поступлению препаратов, вас это, вы этого не прочитаете. То есть человеку, если предлагают замену терапии не по медицинским показаниям, мы он должны его, как мы должны с ним прийти поступать? До вас в кабинет, вам? И вы запоспорите. Вы ко мне, вас все факты, когда будут нарушаться необоснованно с лечением, вы обращаетесь ко мне. По какому номеру телефона можно звонить? 722 52. Подпишите, у кого не дам. Препараты Лавудин, Зивудин и ФВ. Именно по поводу этого 2400 человек Сергеевский сообщил сегодня, останутся без терапии. Именно на этой схеме. Дело, почему? Вот. Пациенты 2399 человек, которые получают ламивудин, зидовудин и эфаверинец, обеспечены препаратами вот, до конца года. С резервом МОЗ 13-14 года. Вот у меня есть данные. Тот, кто полностью сопровождает. Это от Сервецкого, да, или да. Оснований не верить ему у меня нет. Мы вообще переживаем за национальные закупки. За национальные закупки. Потому что здесь препараты закончатся до конца года, они обеспечены. Но они же в конце года закончатся, и что будут делать люди? Как им дальше жить без препаратов? Конечно, вы же понимаете да. ситуацию. То есть вот то, что я могу гарантировать, я гарантирую. Да. А, конечно, то, что три государственного уровня, это выше. Так поддержите нас на национальном уровне. Как-то пролоббируйте этот вопрос. Хорошо. В конце нет. концов, уже должны как-то решиться, тем более сеть договорилась мы обратимся к Министерству здравоохранения, чтобы они дали разъяснение, чтобы четко понимали, как они видят это. Давайте на следующей неделе, где-то район среда-четверг, вы четко сформируете пакет вопросов, которые мы должны вместе проработать. Мы соберемся и отработаем. Давайте, очень-очень, давайте на следующей неделе. И давайте, значит, у нас еще такое пожелание к вам, или предложение, или требование, не знаю, как это сформулировать, но хотелось бы с вами еще обсудить один компонент по областной программе по СПИДу, то есть, которая входит вот, по 2014-2018 год, которая входит в программу здоровья. Да. Она, кстати, уже с вами завизирована, или можно еще каким-то образом? Давайте мы ее заодно и обсудим. Чтобы она не была... Я просто вам расскажу, какой механизм ее будет реализовать. Хорошо?